Уважаемые коллеги, Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость, за жизнь людей и будущее всей цивилизации. Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма. Россия столкнулась с ней в середине 90-х годов, и наша страна, ее граждане испытали жестокие террористические атаки. Мы помним захваты заложников в Буденновске, Беслане, в Москве, безжалостные взрывы жилых домов, крушение поезда «Невский экспресс», теракты в столичном метро и в аэропорту Домодедово. Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое навсегда останется с нами, со страной, с родными и близкими безвинно погибших людей. Потребовалось почти 10 лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы выдавили практически террористов из России, но до сих пор ведем непримиримую борьбу с остатками банд подполья. Но это зло до сих пор дает о себе знать. 2 года назад совершены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван российский гражданский самолет над Синаем. Невозможно победить международный терроризм силами одной страны. Особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает еще и новое переселение народов. Когда террористы получают постоянную финансовую подпитку. Угроза терроризма нарастает. Еще не решена проблема Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет оптимизма. А недавно устойчивые и достаточно благополучные, кстати, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Ирак, Ливия, Сирия, превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему миру. И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захотелось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? Заварили кашу, разрушили государственность, стравили людей между собой, а потом просто, как у нас говорят в России, умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстремистам и террористам. Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России и стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся и у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. И в Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан. Армия и флот России убедительно показали свою боеспособность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно. А бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и вооружений. Спасибо инженерам, рабочим, всем, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия поддержаны российским обществом. И такой абсолютно определенной позиции наших граждан, в этой позиции глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств, высоких нравственных качеств, убежденность в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать. Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны. В 20 веке нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней. Самой кровавой мировой войной. Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской идеологией. и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей. Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций. Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарность и не декларациями, а конкретными действиями. А это значит никакого убежища бандитов, никаких двойных стандартов, никаких контактов с любыми террористическими организациями, никаких попыток использовать их в своих целях, никакого преступного, кровавого бизнеса с террористами. Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и дает заработать террористам на продаже награбленной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наемников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные против наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Мали, других государств. Мы помним о том, что именно в Турции укрывались и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах. И сейчас еще их там замечаем. Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и надежных друзей. И подчеркну, они должны знать, что мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть преступления террористов. Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции. Реакции, рассчитанные на, может быть, какие-то внешние эффекты или даже на сиюминутное внутриполитическое потребление. Этого не будет. В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной и перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Сейчас для отпора террористической угрозе мобилизованы наши вооруженные силы, спецслужбы, правоохранительные органы. Но понимать свою ответственность должны все – власть, политические партии, структура гражданского общества, средства массовой информации. Сила России в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователь иудаизма и буддизма. Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности.